центр команд Херсонова, город Москва, и команда Орел, город Орел. Представители состава играющих команд. Команда Чеканова, город Москва, футболки белые. Номер 1, Кузнецов Алексей. Номер 17, Фотов Александр, капитан команды. Номер 45, Ванюшин Андрей. Номер 5, Панкевич Никита. Номер 63, Багратевич Владимир. Номер 8, Пашева Владислав. Номер 18, Дмитровский Антон. Номер 41, Гранда Сергей. Номер 20, Красинчик Роман. Номер 14, Рыжковский Егор. Номер 12, Шурадов Александр. Номер 54, Панаков Андрей. Номер 10, Дзюжин Александр. Номер 7, Мережко Максим. Номер 9, Монтенилов Илья. Номер 11, Караченко Александр. Номер 13, Леонов Федор. Номер 3, Сумин Александр. Главный тренер команды Соломатин Андрей Юрьевич. Тренер команды – заслуженный тренер России Дмитров Михаил Сергеевич. Команда «Орел», город «Орел», футболки «Зеленые». Номер 16 – Крюкин Роман. Номер 21 – Зверкин Алексей, капитан команды. Номер 19 – Кольшин Артем. Номер 13 – Зюшин Сергей. Номер 10 – Мировкин Андрей. Номер 17 – Семенкин Никита. Номер 27 – Вознесенский Игорь. Номер 6 – Сирин Сергей. Номер 11 – Кудаков Евгений. Номер 31 – Кричников Станислав. Номер 38 – Серебро Максима. Номер 1 – Калитина Константин. Номер 99 – Сатунов Илья. Номер 24 – Ваня Александр. Номер 89 – Петров Александр. Номер 15 – Васюков Александр. Номер 22 – Стрихов Сергей. Главный тренер команды – Гудрянин Игорь Николаевич. Тренер команды – Аппарачок Валентин Сергеевич. Матч обслуживает судейская бригада. Главный судья – Евсегней Олег, город Королев. Помощники судьи – Большаков Кирилл, город Санкт-Петербург. Родионов Александр, город Санкт-Петербург. Инспектор матча Рыжков Владимир Евгеньевич, город Ярослав. Начинай. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем прямую трансляцию из Москвы. Стадион «Янтарь». Сегодня здесь 19-й тур 2-го дивизиона, зона «Центр». Футбольный клуб «Чертаново» принимает футбольный клуб «Орел» из одноименного, конечно же, города. Итак, наша трансляция началась, сейчас идет вторая минута этого матча, и для начала, конечно же, о составах играющих команд, но посмотрим мы за атакой Чертанова. Сергей Гаранжа, вышедший у нас на правом фланге сегодня, подавал опасно, но ничем это не завершилось. Итак, для начала представимся мы как следует, меня зовут Максим Батейкин, моего коллегу Сергея Дерябкина, и для начала мы назовем состав гостей. Футбольный клуб «Орел» на воротах 16 номер, Роман Клюкин. В защите Артем Польшин, номер 19, Сергей Кущин, 13. Станислав Третьяков, номер 31, и Евгений Ушаков, номер 11. В полузащите Алексей Юткин, капитан команды, номер 21. Андрей Мирошкин, номер 10, Никита Чунихин, номер 17, Игорь Вознесенский, номер 7, и Сергей Федин, у него номер 6. Единственный нападающий, выдвинутый на острие, молодой 38-й номер Максим Серегин. Основной нападающий от команды, несмотря на то, что всего 19 лет Серегину.
щелк, он просто отрубился. Работает, естественно. Мы печатаем, мы трансляцию делаем. Мы делаем трансляцию на ПФЛ. Все, ну как то, что мы обязаны делать. Но... Не знаю, провод, вот он. Провод даже не касается. Этот ком, школа снизу.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу прямую трансляцию с матча Чертаново ФК «Орел». 15-я минута на исходе первого тайма. Счет 0-0. Атакует наша команда. Здесь навес был от Косинчука в штрафную, точнее говоря, наверное, прострел, но не получилось в итоге ударить. Несколько слов о составе Чертанова на этот поединок в воротах. Сегодня Леша Кузнецов в защите не может из-за дисквалификации играть Александр Солдатенков. Он был удален по ходу предыдущего матча в Иксе против Металлурга. Ну и в итоге на, наверное, стандартной перестановке пошел наш тренерский штаб во главе с Михаилом Сергеевичем Буренковым. Справа играет сегодня капитан команды Александр Котов, в центре Ганюшкин и Панкевич, в общем-то, привычная пара. Ну и слева, конечно же, бегает Владимир Бартасевич. В опорной зоне сегодня один человек, это Владислав Паршиков, состав у нас атакующий. Прямо перед ним два креативных футболиста, это Роман Косинчук и Егор Рудковский. Справа сегодня Сергей Гаранжа, слева Антон Зиньковский, и впереди вынутый форвард — это Александр Шкуратов, который забил в предыдущем туре наш единственный мяч в иксунскому «Металлургу». Что касается Гаранжи, то он как раз тоже, в свою очередь, вернулся в строй после дисквалификации, но у него не было удалений, у него был перебор желтых карточек, именно поэтому один из двух лучших бомбардиров нашей команды не играл в «Иксе». Ну что ж, территориальным преимуществом владеет, наверное, Чертаново в первом тайме, но вот сейчас «Орел» пробует атаковать, не получается это у команды, контратака москвичей, теряет мяч Роман Косинчук, через Шкуратова хотел он сыграть, но не все здесь получилось. И мой коллега Максим Батейкин готов также включиться в этот репортаж, хотя он уже включался, но было это, конечно же, пробное начало, скажем так. Надеюсь, сейчас начало не будет пробным, и мы продолжим нашу трансляцию, которая пусть и с 15 минуты, но началась. Было несколько опасных моментов в эту первую 15-минутку. Однажды даже практически один на один спаса Рудковского вышел Александр Шкуратов, но пробил мимо. Был один опасный момент и у гостей. Был штрафной с правого фланга, и головой бил один из футболистов в зеленой форме, но также промахнулся. В общем, счет пока не открыт. 0-0, и... пожалуй, стоит еще раз поговорить о составах. И, пожалуй, начнем мы с «Орла». Первый офсайд как раз у нас в этом матче. Небольшая пауза, и мы можем говорить о составах. Итак, у «Орла» на воротах Роман Клюкин, 16 номер, и 17 лет всего этому голкиперу. В защите Артем Польшин, 19-й, Сергей Гущин, 13-й. И Станислав Третьяков, 31-й, Евгений Ушаков, 11-й. В полузащите Алексей Юткин, капитан команды, 21-й, Андрей Мирошкин, 10-й, Никита Чунихин, 17-й, Игорь Вознесенский, 7-й, Сергей Федин, 6-й. И единственный нападающий — это 19-летний Максим Серегин, у него 38-й номер. Лучший бомбардир «Орла» — это Никита Чунихин, атакующий полузащитник, тоже молодой футболист, коих много в составе «Орла». Есть и опытные, но в основном прослойка такова, там ребятам по 21-23 года. И вот, в частности, Серегину 19, у него 2 гола в этом сезоне, а Чунихину тоже не намного больше лет. И он забил в этом сезоне 3 гола. Именно он является лучшим бомбардиром «Орла». Что касается чертановской команды, то у нас сегодня атакующий состав, безусловно. Очень часто играем мы в 2 опорника, сегодня, наоборот, мы играем в 2 атакующих полузащитников. Этот дуэт в атакующей зоне составили у нас сегодня Роман Косинчук и Егор Рудковский. Именно они сейчас обыгрались. Рудковский отличным пасом выводит. И здесь могло быть Зиньковский. Едва не обыграл защитника «Орла». Состав Чертанова мы назвали Сергеем. Точнее, Сергей сам назвал. Ну что ж, теперь можно посмотреть и за игрой. Она постепенно набирает обороты, и чертановцы стараются атаковать. Единственный сегодня опорный полузащитник Влад Паршиков, которого мы, кстати, поздравляем с историческим событием в его карьере, с вызовом в молодежную сборную. Юношеской сборной в чертановском клубе никого не удивишь, а вот в молодежную Паршиков — это серьезное достижение. Как ты считаешь, Сергей? Ну да, недаром Николай Писарев постоянно приезжал сюда. Одну секундочку. Если здесь пропадает, туда все уходит. Если отсюда уходит, там постоянно идет задержка. Большой задержка.
Итак, смотрим дальше. Конечно, Владислав Паршиков, который вызов получил в молодежную сборную, главный герой этой недели, наверное, и было видно даже по тренировкам, что он находится в отличном настроении. Ну и не зря. Николай Писарев не раз приезжал на матч Чертанова. Не только Николай Писарев, многие другие представители ФС приезжали на матч Чертанова. И, безусловно, надо сказать, что не единым Паршиковым будет представлена чертановская школа в молодежной сборной. Также вызванный Александр Зуев, который ныне представляет московский «Спартак» и тренируется с «Сосновой», не тренируется, он уже с молодежкой, как рассказал мне Николай Львович Коровкин, наш второй тренер. Саша Зуев тренируется с «Сосновой» «Спартака». Мурат Якин подтягивает его очень и очень бережно и плотно к основной команде. Ну и плюс еще один чертановец есть в молодежной сборной нового созыва Николая Писарева. Это Денис Якуб, который представляет Кубань. Безусловно, не можем мы не отметить и тот факт, что помимо трех чертановцев в сборной есть еще трое футболистов Строгино. Именно на стадионе «Янтарь» играем мы сегодня, на стадионе, на котором и играет Строгино. Местная школа также бурно развивается. Мы с ней очень бурно дружим. Три чертановца, три строгинца молодежной сборной нового созыва. Новый созыв — это значит, что все, закончили все эти люди, как то Канунников, Яковлев. Давно закончили, ну пусть. Так или иначе, абсолютно новая молодежная сборная начинает свой разбег. А здесь начинает разбег Сергей Горожай, можно попробовать пробить, но делает передачу Сергей. И 17-летний вратарь Роман Клюкин мяч забирает. Надо, наверное, вспомнить о том, что в первом круге в Орле мы сумели победить. Хороший был поединок, 2-0, и на 0, соответственно, отстоял Алексей Кузнецов. И два гола мы сумели забить тогда. Федь Лимонов счет открыл, ну и Александр Ковальчук уже во втором тайме увеличил наше преимущество. Здесь опасно, отбивает Кузнецов, и тут вдруг мы пропускаем. Вот это да, не ждали беды. И забивает в итоге 31 номер Станислав Третьяков. Вот так вот. В середине первого тайма, в самой середине, Чертанова оказывается в роли догоняющего. Хотя вроде бы мы атаковали. Не хватало, конечно, последней передачи, как это часто бывает в районе чужой штрафной. Но вот этот гол, пожалуй, что ничего не предвещал. Алексей Кузнецов отбил первый удар. Дальний, может быть, можно было поймать этот мяч, но Леша принял решение все-таки не рисковать. А вот отбил он, конечно, не слишком здорово получилось, что на соперника. В идеале, конечно, в такой ситуации надо было бы мяч отправлять на угловой. Но поди, попробуй, сообрази все это в режиме игры. Ну что ж, 0-1 нам, в общем-то, не привыкать отыгрываться. И будем надеяться, что чертановцы сегодня сумеют, может быть, повторить подвиг Металлурга из Выкса. Если вдруг вы забыли, то в минувшем туре мы, наоборот, мы вели на выезде против Металлурга со счетом 1-0 после гола Шкуратова, а потом взяли и пропустили три мяча. И, собственно, вот тот сценарий говорит о том, что сегодня, на самом деле, возможно абсолютно все. Главное, не опускать руки. Мы не опускаем. Ганюшкин пасует налево. Там Бартасевич, Зиньковский, против которого фолят. Кто сегодня судит матч? Давайте посмотрим в протоколе. У нас было много претензий к арбитру в предыдущем туре, который, удалив Солдатенкова, почему-то забывал регулярно показывать желтые карточки игрокам Выксунского «Металлурга». Ну а сегодня у нас главный арбитр — это Олег Евстигнеев из города Королева. Вы помните, некоторое время назад матч обслуживал его отец, тоже Евстигнеев, забыл сейчас, как его зовут, и тоже из Королева, по-моему, Александр, да. Ну и вот его сын, которому нет еще и 30 лет, по-моему, дебютирует сегодня на матче Чертанова. Посмотрим, фамилия судейская, династия судейская, ну и пока к нему серьезных претензий ни у кого, наверное, быть не может. Отмечаем, что вот там, где сейчас гостит мяч, находится гостевой сектор, и там сразу где-то около 20, наверное, болельщиков из «Орла» приехали, которые очень шумно здесь себя ведут, поддерживают свою команду, радовались они после гола, конечно, ну и перекрикиваются они с нашими поклонниками. Ну а здесь опасная атака вновь, передача на дальний штанг, здесь 31 номер, вот, все тот же Третьяков скидывал мяч, но успел все-таки прикрыть эту зону Сергей Гаранжа.
Сергей Гаранжа до своей дисквалификации забил два мяча подряд со штрафных. В общем, не хватало его, наверное, и в Иксе. Но вот сегодня отдохнувший, посвежевший Сергей Гаранжа вновь с нами. Ну что ж, 25-я минута у нас идет. Читанцы проигрывают 0-1. Действительно, гол из ничего, можно сказать, получился. Но все еще впереди. Играть еще больше часа. Все еще возможно. Орел – это аутсайдер нынешнего чемпионата, занимающий предпоследнее место. Более того, Орел имеет на одно очко меньше, чем Чертаново. Так что это прямой наш конкурент. И сегодня необходимо очень-очень стараться. У Орла 8 баллов по итогам 18 туров. У Чертанова 9. У нас 2 победы и 3 ничьих и 13 поражений. У Орла 2 победы, 2 ничьих, 14 поражений. У нас 16 забитых и 40 пропущенных. У наших сегодняшних гостей всего 12 забитых и 39 они пропустили. Ну и, естественно, у нас теперь не 40 пропущенных, а 41. Так что вот так вот. Если говорить о составе Орла, то очень серьезную ротацию в этом сезоне проводит тренер Игорь Николаевич Лузякин, который работает просто под невероятным прессом в городе. В этом городе. Смотрим мы сейчас за этим навесом, и забирает его Алексей Кузнецов. В Орле еще помнят времена первого дивизиона. Было это относительно недавно, в середине 2000-х. Команда играла. Играли причем там очень известные футболисты. Тот же Владимир Бесчастных или Эдуард Мор. А здесь Роман Ксенчук разворачивается, и мяч, казалось бы, летит в ворота, но летит он мимо, будет угловой. Так что помнит еще времена ФНЛ в Орле, и сейчас команда, ну, вряд ли покривлю душой, если скажу, что влачит жалкое существование, прежде всего в финансовом смысле. Был даже разговор о том, что могут не приехать сегодня футболисты с Орловщины. Не хватало денег буквально на то, чтобы приехать сюда, в Москву, но добрались. Добрались на хорошем автобусе немецкой фирмы, который стоит сейчас возле стадиона «Янтарь». А мы смотрим за угловые навесы, и Клюкин не выходит, и здесь на подборе никого не оказалось. Отбиваются орловчане, и Максим Серегин, 19-летний форвард, делает хорошую передачу на своего партнера Никиту Чунихина, который 3 в этом сезоне уже забил, но здесь не получилось. У него и будет угловой. Заработали наши гости угловой. Посмотрим, как получится здесь. Отмечаем, что здорово сейчас отрабатывал свой штрафной Антон Зиньковский. Ну, понятно, что угловой был у чужих ворот, и не самый высокий Антон оставался сзади страховать партнеров. Ну и вот его усилия пригодились. Но, конечно, тревожно. Такая контратака была, если бы тот футболист, который был с мячом, орловец, отпасовал налево, там сразу двое набегали. Вот их, мне кажется, мы уже прикрывать не успевали. Но бог с ним, не пропустили, и хорошо. 28-я минута заканчивается, еще один угловой, и Никит Панькевич зажигает высокую свечку над собственной штрафной. Тот же Зиньковский головой на Рудковского, и Егор пробует найти длинной передачей Александра Шкуратова. Я говорил вам про двух лучших бомбардиров нашей команды, оба они сейчас на поле, это Александр Шкуратов и Сергей Гаранжа, которые по 3 раза отличались в этом сезоне. Разные у них, конечно, голы, тот же Шкуратов в основном после рывков в штрафную отличается, где-то можно даже сказать после выходов 1-1, а в то время как Гаранжа 2 очень красивых мяча забил со штрафного, ну и однажды он сумел пробить со своей левой где-то из... почти с 11-метровой отметки, ну, может быть, даже чуть ближе он был к воротам. Все это было в матче против Тамбова. Ну, а здесь мы атакуем, набирает ход Роман Косинчук, подкат, было даже слышно этот удар по ногам, но, тем не менее, кипятится 10-й номер и даже получает желтую карточку, именно за споры, а не за сам фол. Мы тут с нашими коллегами недавно устраивали спор такой, вот что значит чистый подкат, нечистый. В матче московского «Динамо», вот когда Дуглас сбивал игрока «Локомотива», был там пенальти или не был? На мой взгляд, был, потому что тот самый Дуглас просто-напросто как ножницами срезал соперника, и неважно, что до этого он шипом своей бутсы коснулся мяча. Ну что ж, смотрим дальше. Александр Котов и Сергей Гаранжа сейчас у мяча. Отсюда поворотом, конечно же, не пробьешь. С другой стороны, соскучившийся по большому футболу Гаранжа сейчас может придумать, наверное, все что угодно. Но я думаю, что будет навес. Гаранжа пробегает мимо мяча. Котов на Гаранжу. Интересно. Пошла подача, но защитники все-таки разгадали. И тут Паршиков из-за штрафной с левой. Не самая
удобная позиция была именно для удара, но нужно было, если и бить, то в касание. В общем, Влад сделал все, что мог, не попал совсем немного. Смотрю я здесь на VIP-трибуну стадиона «Янтарь» в Строгино, есть здесь такая трибуна. Думаю, может быть, здесь Николай Писарев сегодня сидит. Почему бы не посмотреть ему за тем же Паршков, может быть, еще и за другими игроками Чертанова. Но нет, нет, Николая Писарева сегодня здесь нет. Ну, я думаю, он занят уже. Уже занят, расширенный список объявлен. Собирает футболистов, ведет наверняка какой-то документооборот. Кстати, уже 10 ноября начинается сбор молодежки. Так что, скорее всего, с брянским «Динамо», с которым мы играем, как раз 10-го Влад Паршков не сыграет. Сергей Гаража снова с мячом на правом фланге. Один в один может Сережа обыграть. И он проходит, убирает мяч под себя. Что сейчас? Назад на Котова. Котов будет навешивать. Навешивает Котов. Головой бьет Косинчук, но выше ворот. Выше ворот бьет Косинчук. Выше ворот футбольного клуба «Орел». Говорил я о том, что помнят ФНЛ еще в этом городе. Поэтому сейчас те места, которые занимает эта команда в том дивизионе, в котором она играет, не устраивает никого. В том числе вот этих 20 орловских мясников, которые сейчас на трибуне находятся. А именно так, Сергей, и переводится название группировки. Гадали мы в домашнем матче, называются они «Орел Батчерс», это именно мясники. Так что сегодня орловские мясники у нас здесь в гостях. Ошибается передача один из наших футболистов и перехватывает 11-й номер. В составе «Орла» есть как совсем молодые, типа Никиты Чунихина, 20-летнего лучшего бомбардира, или Максим Серегина, 19. Есть и взрослые люди, такие как Сергей Федин, ему, по-моему, 32, или Игорь Вознесенский. Люди, поигравшие. Мне больше всего нравится прозвище у футболистов «Орла». Например, Чунихина, естественно, зовут Чуня. Серегина – Серега. Федина – Федя. А вот Вознесенского зовут почему-то Возня. Уже очень часто было слышно. Не успел принять мяч здесь орловский футболист, и ничем эта атака не завершилась. Орел атакует, не сказать, чтобы как-то очень стройно, сумбурно играет эта команда, что и не мудрено. Игорь Лузякин, как я говорил, ротирует состав просто адски. Разве что в защите есть несколько людей, такие как Гущин или Польшин, которые практически всегда выходит в основе. А ротация касается в том числе и вратарской позиции. Приблизительно поровну сыграли в этом сезоне опытный 30-летний Константин Колесников и совсем молодой 17-летний вратарь Роман Клюкин. Пропускают оба много, забивают орловчане мало. Но вот сегодня забили. Я, кстати, не удивлен, что именно Клюкин сегодня в основе, потому что Костя Колесникова встретил здесь по трибунном помещении перед матчем. Ну и вид у него был такой, вы знаете, потрепанный. Я бы тоже его не выпускал. Несколькодневная небритость, какие-то тренировочные штаны с надутыми коленками, скажем так. Ну, в общем, было видно, что сам Колесников точно знал, что он не в основе. Ну, наверное, так всегда происходит. Состав перед игрой, естественно, объявляется заранее. И Колесников понимал, что сегодня ему здесь на стадионе «Янтарь» придется, скорее всего, мерзнуть. Хотя, если вдруг Клюкин начнет чудить, а мы ему этого желаем, то, наверное, Колесников все-таки выйдет на поле. Ну что ж, свои ажурные комбинации плетет по привычке Чертанова, но вот ошибается в передаче Паршиков. Не нашел он своего старого друга Егора Рудковского. Ребята в команде 96-го года рождения играли вместе очень долго. Ну и, соответственно, знают друг друга как облупленных. Так же, как, кстати говоря, и Александр Шкуратов, тоже из этой команды. Так что нападение у нас сегодня друг друга все-таки должно понимать. Но Ром Косинчук, он постарше. Он, когда заканчивал школу футбольную, наши ребята считались, наверное, еще мелюзго, и вряд ли он с ними дружил. Ну а сейчас, соответственно, это партнеры по команде, партнеры по очень дружной команде. И, конечно, в день единства и согласия, как правильно называть сегодняшний праздник, в общем, это все про Чертанова. Потому что мы все одна семья. И футбольная школа, и профессиональный футбольный клуб, и пресс-служба, обширная пресс-служба Чертанова, где тоже царит взаимопонимание. Безусловно, соглашусь, сегодня день единства и согласия. Всех мы с этим, конечно же,
поздравляем, и хотелось бы увидеть сегодня не только хорошую игру в исполнении чертановцев, пока она хороша, как говорит мой коллега Сергей. Плетем мы кружевные комбинации, бьем поворотом, было уже несколько опасных ударов, но пока проигрываем со счетом 0-1. И снова Станислав Третьяков на ударной позиции находился, скидывает назад и бьет его партнер. На этот раз Алексей Кузнецов мяч забирает. Станислав Третьяков, 31 номер, автор гола, между прочим, в протоколе значит номинальным защитником. 26 лет этому футболисту, давно он уже играет в Орле. И вот сегодня отличился именно он. Очень много местных воспитанников сейчас в Орле, но результаты не радуют. После того, как в середине 2000-х эта команда занимала 6-е место даже в первом дивизионе, 8-е, теперь не получается в этой команде ни у кого. Ни у известного тренера Александра Аверьянова, который относительно недавно работал, ни у Евгения Барзыкина, хотя к нему-то как раз меньше всего было претензий. Ну а больше всего именно к нынешнему наставнику Игорю Узякину. Присутствовали мы на пресс-конференции после домашнего матча и были просто буквально поражены тем, как относятся к Игорю Николаевичу местные журналисты. Прессуют его они, конечно, ну, не по-детски, можно сказать. Просто жесточайший хлыст сатиры в сторону его направляется после каждого матча. И, честно говоря, даже немного жалко Лузякина. Но мы будем болеть за Чертанова, конечно. Что любопытно, Лузякина прессует еще и собственная пресс-служба. Такое ощущение, потому что мы, когда ехали из ВИКСа в автобусе, естественно, следили за тем, как играют наши конкуренты. Ну и вот официальный твиттер ФК «Орел» вдруг разразился после матча, в котором «Орел» проиграл своему предыдущему сопернику, разразился следующим сообщением. «Стабильное позорище», писала родная пресс-служба ФК «Орел» про результат своей команды. Ну и дальше там перечислялся счет и всякие хэштеги типа «Позор», «Орел», «Орлуша», вот что-то в этом роде. Но это еще ничего. В начале сезона, когда постоянно проигрывал Курский «Авангард», официальный твиттер этой команды и вовсе ругался матом, между прочим. Это второй дивизион, здесь все по-мужски. По-мужски, именно мужской футбол. Сейчас мы наблюдаем, сейчас мячом футболисты в зеленой форме, но теряют и не мяч, отбирает Александр Шкуратов. Чем подкупает Саша Шкуратов, безусловно, своей старательностью? Надо бежать сейчас на свое место Шкуратову, 12 номер, он наш единственный нападающий. Здесь заброс на Гранжу, но первым на мяче орловчанин. 10 номер Андрей Мирошкин, который желтую карточку сегодня уже получил. Андрей Мирошкин один из опытных тоже футболистов, ему 27. И играет он аж с 2007 года в Орле. А до того и играл в легендарной команде «Командор» из Рязани. Вообще очень много футболистов в Орле, которые играют здесь уже лет по 5-6, некоторые и побольше, там и под десяток. Новичков мало, что не мудрено, денег нет, финансов нет, бюджет трещит по швам, поэтому в межсезонье взяли того, кого есть, грубо говоря, взяли местных футболистов из местных школ. Атакует между тем «Орел», как-то в ногах мяч вроде бы не так уверенно у этих футболистов держится, но при этом удается им дойти до штрафной. Здесь даже оригинальная передача в эту самую штрафную последовала, но все-таки мяч оказывается в руках у Кузнецова. Пора бы и нам создать голевой моментик. До конца первого тайма совсем немного остается времени, где-то минут 7-6. Ну и вот не можем мы сейчас перейти на чужую половину поля. Хотя вот сейчас должно получиться. Егор Рудковский с мячом останавливается, обыгрывает одного. Ну, понятно, что контратаки уже не будет, потому что «Орел» в полном составе выстроился. Видно, что команда в этом смысле обучена. Держит оборону. Проходит мимо нас сейчас болельщик ФК «Орел». Очень колоритная личность. Зеленая шапка, длиннющая черная борода. Ну и чуть ниже светятся рыжие кеды. Так выглядит настоящий орловчанин. Андрей,
Атакуем мы, но это не очень точная передача от Сергея Гаранжи. Егор Рудковский сегодня спустя очень долгое время появился на поле. Здесь опасный момент. Ну, спасибо. Спасибо товарищу Серегину за то, что тот так неловко обращался сейчас с мячом. Так вот, Егор Рудковский сейчас пасует на Косинчука. Ну, смотрим, за этой атакой может быть опасно. Слева есть Антон Зиньковский. Рома Косинчук бьет поворотом сам. Ну, наверное, все делал правильно, хотя были у него и адресаты для передач. Ну вот, Рома, видимо, очень хочет забить. У него в этом сезоне пока лишь один мяч, проведенный с пенальти в ворота Факела на выезде. А что здесь? Леша Кузнецов, слава богу, успел выйти. Так вот, один мяч у Косинчука, и он сам говорил, что, конечно, хочется ему забивать еще. Но что касается Рудковского, то почти месяц назад он получил свою травму, отъезжая в молодежную, точнее, в юношескую сборную. В итоге из-за нее не сыграл из этого повреждения. Ну и затем достаточно долго восстанавливался, пропустил, по-моему, 3 или 4 матча Егор. Ну и вот он выздоровел и даже не выходил на замену в предыдущем туре, хотя ездил с командой. Сегодня сразу в основе. Ну и чувствуется, что на него наш тренерский штаб рассчитывает действительно всерьез. И сравнивать состав «Орла» матч первого круга и сегодняшний, то просто нереальные изменения можно найти. Здесь Гаранжа против Клюкина, но не получается. Ну, в частности, если центр обороны сохранился, это Гущин и Польшин, то сегодня слева в защите играет 10-й номер полузащитник номинальный Андрей Мирошкин, а справа также полузащитник, капитан команды Алексей Юткин. Тот же Станислав Третьяков, который исполняет защитника большую часть своей карьеры, сегодня играет левого хавбека, такого латераля. И вот один из его проходов совершился голом уже. Здесь фол, и у мяча сейчас Егор Рудковский, который восстановился после травмы, сегодня вышел в основе. Пока комбинируют они с Косинчуком. Бил Роман относительно недавно, бил опасно, но голом это не завершилось. По крайней мере, первый удар в створ ворот у нас есть. До того было еще 4 удара, но все они прошли мимо створа. Это Влад Пашка Фион пытается бить, и рядом. Рядом, очень близко к перекладине. Клюкин, по-моему, потерял сейчас ворота и начал прыгать, когда мяч уже был на подлете к воротам. И буквально несколько сантиметров Владу не хватило для того, чтобы счет сравнять. Очередной опасный удар. Нагнетаем мы, Сергей. Нагнетает и Леша Кузнецов, который сейчас от своих ворот кричит партнерам: лицом, встречаем соперника, разворачиваемся. В общем, постоянно наш вратарь заставляет своих футболистов действовать правильно, так как и обучает Михаил Сергеевич Буренков. Мы, честно говоря, вот присутствуем на тренировках команды по ходу этой недели, несколько удивлялись. Ну, так много пропускаем мы после подач с угловых, со штрафных, со стандартов. В общем, игра на втором этаже не наш конек, здесь нечего скрывать. И казалось бы, над этим нужно работать на тренировках. Но нет, на тренировках по-прежнему отрабатываем передачи, комбинации, вот этот любимый нами всеми ажурный футбол. И действительно, ну это в очередной раз подтверждение того, что у нас в Чертаново главное не результат, хотя как без него-то кажется. А главное это, конечно, чтобы футболисты набирались мастерства, чтобы после выпуска из школы они продолжали прогрессировать именно как личности в футболе. Еще одно нарушение правил по этому показателю, так, по моим ощущениям, Орел впереди. Действительно, смотря в записи Максима Александровича, у него 5 фолов зафиксировано у Чертанова, и целых 7, а то и может быть и 8, тут тяжело сосчитать эти плюсики, у Орла. В общем, команда, ну я не скажу, что злостных грубиянов к нам сегодня приехала, но команда, которая умеет пользоваться тактикой мелкого фола в центре поля. А как без этого? Как без этого во второй лиге просто невозможно. Ну и вот здесь опасно может быть. Длинный перевод на 11 номера, и фолит Андрей Ганюшкин. И ему желтая карточка показана, не видно, по такое ощущение, что судья достал из кармана карточку, но забыл ее вытащить. Хотел достать и не вытащил, но при этом предупреждение, конечно же, было. Честно говоря, тут на разминке предматчевой было боязно за Ганюшкина. Команда
разминалась, проводила нужные упражнения, и вдруг Ганюшкин покинул коллектив, отошел в сторонку, попил водички, и держался он при этом за мышцы бедра ноги. То есть там либо чуть-чуть дернул, либо что-то еще было. Ну и, в общем, подумалось, что, конечно, мы можем потерять очень важного игрока, центрального защитника. Но все-таки Ганюшкин закончил ту самую предматчевую разминку, ну и, как мы видим, вышел на поле. Ну что ж, момент опасный, к разговору об этих подачах со стандартов, к разговору об игре на втором этаже. Орел впятером пришел в нашу штрафную, а здесь удар по воротам, и Леша Кузнецов, два сейва подряд, пожалуйста, в ближнем углу. Было очень опасно, еще один удар, но здесь уже мяч в рамку не идет. Три удара в одной в атаке. Орел догоняет нас даже по ударам. Очень опасно. Со штрафного бил седьмой номер. Это один из самых опытных игроков этой команды. Воспитанник московского «Локомотива» Игорь Вознесенский. Отбил Кузнецов перед собой. Ну, говорил Сергей о тренировках, о том, что не отрабатываем мы удары головой. Но советую и Сергею, и многим остальным нашим поклонникам посмотреть несколько видео, которые выложены на сайте. И в частности, на одной из последних тренировок удары головой отрабатывались очень плотно. А, он отходил, подсказывает мне, Сергей отходил как раз на время этого упражнения, но вообще я готов вам сказать о том, что на последней тренировке чудеса настоящие творил Федор Лимонов. Федор Лимонов, посмотрите, как говорит мой украинский друг, не пожалеете. Не пожалеете.